Нахожусь на объекте «Времена года». Это спортивный комплекс новый в городе Липецк, который находится в парке Быханов сад. Конструкция покрытия будет вся в черном цвете, фермы, профлист окрашены в черный цвет. Специально для этого объекта мы изготовили водяные панели в черном цвете. Вот они лежат. Завтра приступаем к монтажу. Монтаж коллекторов, которые будут соединять линии с магистралями. Коллекторы, как и панели, здесь в черном цвете. Вся кровля в черном цвете. Фермы также.